Всем привет, мои дорогие друзья! И несколько дней назад в МСМ вышла обнова «Призрак Татли», и я так и не снял видосик. И вот я снимаю. Короче, на острове мифов добавили этого, как его, Кальприза? Все думали, что его зовут Кренч, но его назвали Кальприз. И еще новый монстр — это редкий Гуджук. Мне он очень понравился. Я его очень хочу вывести. Я как раз его пытаюсь здесь выводить. И, кстати, я вывел Блияника. Так, что на острове Янтаря? Сейчас я перейду. Так вот. Вот, как вы видите, на острове Янтаря уже у меня стоит Треук. Я его купил и заполнил. Я, конечно, этого Дуйта за бриллианты заполнил. Мне было лень его выводить. Так. И вот, собственно, вся новая волна. Суза. Овцы-бы. И еще добавили редкого Треуга. В моем видео про восьмую волну Янтарного острова я предполагал, что добавят редкую чехарду. Но я ошибся, естественно. Ну, теперь можно со 100% вероятностью сказать, что в девятой волне будет редкая чехарда. Я, наверное, не буду больше никого тут пока покупать до девятой волны. Потому что я уверен, что девятая волна будет веселая. У меня такое какое-то предчувствие. А это, если честно, какая-то скучная волна. Да эти монстры рераны какие-то тоже скучноватые. Только овцебык более-менее. А так ничего больше нету. Ну, Треук еще самый лучший. Так, ну и, собственно, уже есть акции на скелетыкву. Я пока его не вывожу, а вывожу редкого Гуджуба. Для меня он немножко поважнее, чем скелетыква. Да и вообще он мне не нравится. Я мог бы только ради редкой скелетыквы акции его выводить. И все. Или чтобы в сезонную хижину его отправить. А так не хочу его выводить. Короче, это все новости в этой обнове. Ну и еще вышел же загрузочный экран. Сейчас мы его осмотрим. Вот этот загрузочный экран, как вы видите. Здесь мы видим разных монстриков, скелетыков, все версии всякие. А также мы видим редкого Гуджуба, который выглядывает из надписи «Мои поющие монстры». Так, на этом загрузочном экране ничего больше нет интересного. Но кроме того, что на Луне еще элемент клавоверы. Значит, моя теория, что либо ей могут сделать редкую версию, или добавить на остров костей, еще никак не отпадает. Мы еще посмотрим в конце. Ну вот все мои теории и вот вся обнова. Если вам понравился видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока-пока.